В Ленинском районе Бреста работа развернулась на территории вспомогательной школы. Все участники трудового десанта работали четко и дружно по всему периметру учебного заведения. Пока взрослые были заняты с малышами, активисты Ленинского районного комитета БРСМ, закатав рукава, вносили свой вклад в благоустройство учреждения. Это новая наша акция. Она проходит, как и наша и постоянная акция, это как за дело. Но здесь, почему называется «Разом с батьками», так как, как говорится, подсоединяются наши, возрастная наша молодежь, это где уже взрослая работающая молодежь, это родители с детьми. Наши волонтеры, они даже, несмотря на пандемию коронавируса, они нам помогают и стараются быть всегда с нами на одной стороне. Основная идея проекта «Разом с батьками» – дать возможность каждому внести свой, пусть и небольшой, вклад в дело наведения порядка на земле. Активисты-ленинцы избавились от мусора вдоль забора, дали бой облезшей краске. Акция проходила в будний день. Наверное, из-за этого не была столь массовой, но ведь многочисленность здесь и не нужна. Инициатива позволяет не только навести порядок, но и сплотить людей. Мы очень рады, что ребята пришли в нашу школу, нашли время, оказали огромную помощь в благоустройстве территории нашей школы. Они покрасили забор, они убрали нашу площадку, они даже немного поиграли с детьми. Мы очень этому рады. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество, что эта акция будет не одноразовой, а мы будем сотрудничать и в дальнейшем. «Разом с батьками». Смысл акции в самом названии, ведь только вместе, только разом мы сможем сделать родной Брест еще лучше, сохранить и приумножить то, что сделано, и главное, на личном примере показать детям, как нужно относиться к своей малой и большой родине.